Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И в этом видео мы поговорим о том, почему Роскомнадзор заблокировал брокера Pocket Option и как входить на сайт брокера даже после очередной блокировки. В России, начиная с 2021 года, Роскомнадзор начал блокировать домены брокера бинарных опционов Pocket Option. Интернет-провайдеры ограничили доступ к основному домену брокера Pocket Option, а также к приложениям на Android и iOS. Первый официальный домен, который использовался брокером, был pocketoption.com. Он и сейчас является рабочим и официальным в других странах, кроме России. В апреле 2021 года с такой же блокировкой столкнулись и другие честные брокеры бинарных опционов, платформы которых какое-то время не работали. Так что эта ситуация в России в сфере бинарных опционов совсем не новая. Причина блокировки брокера Pocket Option не изменилась. Это все тоже отсутствие официальной лицензии регулятора Центрального банка Российской Федерации. Лицензия стала обязательной в 2019 году, согласно законопроекту о внесении изменений в Федеральный закон о рынке ценных бумаг и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Это единственный документ в России, разрешающий вести брокерскую деятельность на данный момент. Другие лицензии, также включая лицензию регулятора ЦРОФР, не принимаются. При желании можно зайти на официальный сайт регулятора Центрального банка Российской Федерации в реестр рынка ценных бумаг и посмотреть список действующих компаний, предоставляющих брокерские услуги для торговли бинарными опционами. Вы не найдете там ни одной компании. Это связано с тем, что само понятие «бинарные опционы» на официальном уровне в России считается мошеннической деятельностью. А причины этому – сверхприбыль и недобропорядочное действие некоторых брокеров-мошенников. Как же теперь попасть на официальный сайт Pocket Option из России? Нужно просто перейти на его новый домен, найти который вы всегда можете на нашем сайте в разделе брокера Pocket Option. Ссылки будут в описании под этим видео. Обратите внимание, что заходя на платформу брокера Pocket Option, все ваши логины, пароли и самое главное деньги останутся без изменения. Также некоторые трейдеры считают, что после блокировки Роскомнадзором брокера Pocket Option стоит считать мошенником. Но это ошибочное мнение. Ограничение деятельности брокера Pocket Option на территории России связано исключительно с отсутствием новой лицензии, которая усложняет работу компании тяжелой налоговой нагрузкой. Подобное налоговое давление не выдержали даже самые крупные форекс-брокеры в России. И в итоге им пришлось использовать лазейки в законе, чтобы открыть хотя бы небольшие филиалы. Многие брокеры бинарных опционов не могут позволить получение новой лицензии Центрального банка Российской Федерации из-за дороговизны ее начальной стоимости. После чего компании не остается другого выхода, как переименовать название или сменить домен. Напоминаем, что рабочие домены брокера вы всегда можете найти на нашем сайте. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новое интересное видео. Желаем удачной торговли!